Как подключить компьютерную мышь к телевизору? Приветствую, дорогие зрители! Сегодня с вами Сетнот, и в этом видео мы рассмотрим, как подключить нашу мышь к нашему телевизору. И вообще, будет ли работать мышь, если его подключить к нашему телевизору? А телевизор у нас непростой, друзья. Наш телевизор смарт. Smart TV. Давайте попробуем его подключить. Вот наш телевизор. Это у нас телевизор Samsung. И это поддерживает телевизор, поддерживает Smart TV. На этот телевизор мы попробуем подключить нашу мышку. Для начала нам нужно включить наш телевизор. Включаем наш телевизор и запускаем его с помощью пульта. Наш телевизор запустился. Вот наш телевизор работает. И теперь давайте попробуем нашу мышку подключить. Наша мышка с разъемом USB. Стандартный USB разъем, к которому мы подключаем к нашему компьютеру эту мышку. Теперь, если у вас разъем, старый разъем PS на 2, мышка с разъемом PS на 2. Такую мышку с таким разъемом вы не подключите, потому что это устаревший разъем. В современных реалиях его он вообще не используется. Такую мышку вы просто не подключите. Стандартный USB мышка, его мы подключаем. И этот самый разъем USB мы ищем с обратной стороны на нашем телевизоре. У меня телевизор навесной, он висит у меня. И вот у него есть разъемы USB. К этим самым USB разъемам мы подключаем нашу мышку. Подключили нашу мышь, и сразу же наша мышь определилась. К TV подключено новое устройство. Не все приложения поддерживают это устройство, пишет у нас. Вот такой вот надпись вывел. И теперь давайте попробуем этой мышкой управлять. Сразу я вижу, что на экране появилась моя мышь. Эта мышь уже работает. Лучше, конечно, использовать беспроводную мышку. Потому что это будет даже правильно использовать беспроводную мышку. Прикупайте беспроводную мышку, она стоит недорого. Или можете в Китае заказать мышку, беспроводных мышек их много. И сразу видим, что у нас все загорелось, значит наша мышь отрабатывает. Можем, допустим, обязательно ваш телевизор должен быть современный и в нем должен поддерживаться Smart TV. Хотя и без Smart TV некоторые телевизоры поддерживают мышку. Теперь давайте нажмем правой клавишей. Как мы нажали правой клавишу, у нас уже появилось вот такое вот меню. Выключить питание, Smart Hub есть, меню и сервис. Видите, с помощью даже мышки можно выключить телевизор, можно Smart Hub запустить или меню. А также перейти в меню сервис. Допустим, я перейду в сервис и сразу же вижу, что здесь можно настраивать сервисное меню. С помощью мышки вы можете перейти, допустим, давайте это все закроем. Smart Hub можете запустить. Я вот запустил Smart Hub и запустить такие какие-либо приложения. В большинстве случаев популярные переходим. И здесь выбираем приложение. Открываем наше приложение. И вот наши все приложения нашего Smart TV. Можем запустить веб-браузер. Для большинства случаев нужен именно веб-браузер. Здесь выбираю Google. Мышка отрабатывает вроде. И здесь я пишу какое-либо слово. Нажал два раза и здесь в поисковик что-либо ввел. Допустим, какое-либо слово. И готово дело просто. Мышкой готово. И в поисковике все работает, друзья. Все работает прекрасно. С помощью мышки. Вот этой самой мышки, которую можно просто управлять. Вы можете ваш стул поставить сюда. Сесть на этот стул. И просто работать. Реально как за компьютером, как будто бы вы работаете. Эта мышка служит для того, чтобы вы управляли. Это очень удобно. Вообще беспроводную мышку, если вы подкручите, то вы можете прям с дивана сесть и мышкой управлять. Этот браузер, он не глючный. Хотя в телевизоре браузер не такой никудышный, говорят. Но с самыми последними прошивками телевизора браузер отзывчивее становится и начинает работать как положено. Эта мышка работает прекрасно. Плохо, что курсор не меняется. Курсор здесь один. И это ведь телевизоры. Поэтому... Поисковик работает с поисковиком, все это прекрасно работаете. Используйте эту мышку, возможность использовать эту мышку. Сюда можете еще подключить и клавиатуру, и вообще на клавиатуре набирать. Мы подключили нашу мышь к нашему телевизору. Как видите, никаких драйверов, программ, плясок с бубном нету. Ведь это современные телевизоры, и это Smart TV. И в нем поддерживает управление мышью. Даже, допустим, правой клавишей вы нажали здесь.
и правой клавишей вы не запускаете контекстное меню, а вы запускаете меню телевизора, можете перейти в меню и здесь в меню настроить какие-либо параметры с помощью мыши, не прибегая к пульту дистанционного управления, и просто даже, допустим, выключить ваш телевизор. Таким способом, с помощью мышки вы можете управлять. Нажали на мышку, телевизор не запускает это, он просто подключает, именно выключает. Как видим, наша мышка уже перестала работать. С помощью обычной мышки можем работать, как за компьютером. Главное подключение к интернету было, а там с помощью мышки вы можете уже управлять. Подпишись, друг, подпишись! На мой канал ты подпишись! И оставь ты мне лайк, если видео понравилось.